Команда Жлобинского района стала переможцей областного этапа республиканских спаборництв «Золотая шайба» у дивизионе А молодшей узростовой группы. Так само у региональный финал пробились команды Советского и Центрального района Гомеля. Жлобинчане показали 100% выник, отримавши перемогу у обоих поединках. Советский район обыграли с ликом 9-5, Центральный – 10-3. Хоть нам во второй игре и поменьше шайбу забили, но все равно противник был сложнее. Другий радок у выниковом протоколе гамельшане спрэчували у вошным поединку. Матч отрымался напруженным, а спортивная фортуна была на боку хоккеистов Советского района. Яны перемогли с минимальной перевагой 5-4 и отримали серебряные узнагороды. У команды Центрального района бронза. Кубок над головой подняли жлобинские хоккеисты. Яны представят Гомельскую область на республиканском финале, який отбудется у Соковику у Бобруйску.